Так, добрый вечер всем. Сейчас немножечко подождем, пока к нам присоединятся. Расскажите пока, пожалуйста, мне, как меня слышно, как видно. Все ли хорошо? Так, ну если слышно, видно, то замечательно. Можно постепенно, да, начинать. Сегодня, можно сказать, я открываю, первый открыватель в прямых эфирах через Doodle & Sketch. Меня зовут Анастасия Серая, я художник-пастелист. И мы сегодня с вами будем рисовать вот такую вот замечательную мышку в цветке. Напишите, кто со мной сегодня будет рисовать. Или кто-то, может быть, посмотрит в записи. Потом, да, я постараюсь сохранить эфир и потом выложить на YouTube, чтобы вы уже спокойно потом посмотрели, порисовали. Ну что, праздники у нас постепенно, да, прошли, закончились, но весна на улице, цветы, тема цветов сейчас очень актуальна, поэтому сегодня мы будем рисовать такой красивый тюльпан пастелью и, да, мышку тоже пробуем прорисовать шерсть. Я вам покажу несколько приемов, как я это делаю, и надеюсь, что у нас получится замечательная, красивая работа. А напишите, кто, какими материалами будет рисовать. Может быть, кто-то не пастелью, да, будет рисовать. Можно любой материал взять, акварель, маркеры, и рисовать вместе со мной. Ну, постепенно присоединяются, я вижу, да. Хорошо, я надеюсь, все слышно, поэтому мы постепенно сейчас начнем намечать нашу мышку, чтобы сильно не задерживаться, да. Привет-привет всем, я очень рада всех вас видеть. Как прошли ваши выходные? Напишите, как у вас дела? Кто сегодня со мной рисует? Я хочу с вами пообщаться, да. Познакомиться с вами, потому что сегодня первый прямой эфир в Doodle & Sketch, вообще в принципе. Я как бы такой, да, первый открыватель в этом плане. Если какие-то вопросы у вас будут появляться, да, да, вижу, да, присоединяются. В течение прямого эфира, если какие-то вопросы будут у вас появляться по поводу материалов, вообще, в принципе, техники, вы задавайте их, я буду пробовать, да, отвечать на них в перерывах, да, от рисования смотреть. Вот, поэтому будем пробовать. Ну что, давайте, значит, начнем. Я уберу пока планшет. Значит, референс, да, мы выкладывали в сторис, он был и в ленте тоже, поэтому лучше его сохраните, кто сейчас будет рисовать со мной, вот, потому что планшет я уберу, иногда буду показывать какие-то моменты, может быть, вам, но референс лучше вам открыть у себя, чтобы вам было видно прям хорошо, что и как я делаю, хорошо? Договорились? Значит, давайте я убираю планшет. Что касается бумаги, бумагу вы можете взять любую, пастельную бумагу, да, если вы будете рисовать пастелью сегодня,
Вот какая там у вас есть пастельная бумага, да, пастельные карандаши и сухая пастель, любую. То есть ограничений в этом плане нету. Я буду рисовать сегодня в скетчбуке от Max Goods, скетчбук специально для пастели. Вот, поэтому, а вы берите, какая там у вас есть бумага, любую. Привет, привет всем, очень рада вам. Ну что, давайте начнем намечать нашу мышку постепенно. Так, я сейчас попробую, чтобы вам было видно карандаш. Какой-нибудь светло-серый можно взять, можно белым наметить. Можно черным, но черным я не особо люблю, поэтому лучше каким-нибудь светленьким карандашом. Таким вот, наверное. Так, ну что, мы ее, наверное, сделаем крупную достаточно, чтобы она была, ну, как бы, где-то примерно вот так вот, чтобы видно вам было хорошо, да? Примерно наметим, где у нас будет начало цветка. По материалам я вам буду говорить в течение, да, прямого эфира, какими материалами я пользуюсь, какими пастельными карандашами, если вам будет интересно эта информация, я буду рассказывать вам. Значит, примерно у нас будет заканчиваться где-то вот так вот, да, у нас цветок. Просто намечаем две линии, где у нас начинается цветок, где у нас заканчивается, да, цветок. Вот где-то здесь пойдет стебель. Мы его сделаем крупное. Я думаю, что крупный размер, чтобы все было хорошо видно. Вот. Примерно как-то так. Сейчас общими движениями намечаем, просто не отрисовываем детали. То есть просто намечаем цветок, где у нас пойдут лепестки у него, да. Потом наметим мышку. Да, я думаю, что примерно такого размера сделаем, потому что и мышка, чтобы у нас прорисовалась, все четко было. Какими-то такими общими движениями пока, то есть не прорисовывая детали, рисуем. А лишние какие-то, да, линии можно подтирать пальцами. Но смотря какая у вас пастельная бумага, можно взять ластик, можно клячку взять. Я подтираю пальцами, мне удобно, в принципе, пастельный карандаш, он убирается очень легко. Намечаем. Вы так и не ответили мне, кто сегодня рисует со мной. Кто-нибудь рисует сегодня со мной? Интересно. Сейчас я немножко подточу карандаш. Чуть-чуть. Так, намечаем нашу мышку. Можно сейчас наметить уже ее. Эфир останется в записи, поэтому, в принципе, вы можете потом, когда у вас будет свободное время, порисовать. Я его постараюсь сохранить на YouTube, и он будет в аккаунте Doodle Sketch на YouTube. Сейчас пририсуем пока что, да, какие-то такие лепесточки, примерно как они у нас будут идти, да, карандашиком, и потом уже, когда начнем цветом работать, то будем прорисовывать уже более детально все.
Хвостик наметим, да, и вот здесь вот примерно он будет идти. Потом все равно в процессе, да, рисования, уж когда пойдет прорисовка, что-то будет меняться у нас. Но пока что примерно где-то вот так вот и наметим, да, наш цветочек, мышку. Глазки можно ей сейчас нарисовать, да? А лапки не видно на референсе, просто как бы она там сидит, да, спряталась в цветке. Кто из вас рисует пастелью, напишите. Кто-нибудь рисует? Кто-нибудь любит этот материал? Я рисую пастелью уже более 10 лет. У меня практика более 10 лет в пастельной живописи. Вот, и это мой самый любимый материал. В университете я пробовала все материалы, да, студенты наши рисовали всеми материалами и маслом. Кроме маркеров. У нас в университете не было маркеров. Но они тогда и не были популярны, в принципе. Я не знаю, может быть, сейчас уже и преподают маркеры в университетах художественных. Тогда не было. А так рисовали и маслом, и акварелью, и акрилом, и пастелью тоже. Тогда я влюбилась в этот материал еще на учебе, когда училась в художественном университете. Ну, с тех пор рисую. Закончила я университет в 2010 году. Вот, тут уже получается 9 лет, как закончила, и до этого еще рисовала пастелью. Вот вижу, что любите, это хорошо. Здорово, что есть единомышленники. Пробуйте, пробуйте. Такой материал, что, конечно, нужно время, да, чтобы его освоить. Да, в принципе, любой материал нужно время. Практика, самая главная практика. Рисовать побольше. И тогда навык будет повышаться все выше и выше. И тогда вы будете вообще удовольствие получать, когда будете видеть, что у вас получается. Так, ну я думаю, что все. Вот так вот примерно мы наметили нашу мышку. Сейчас давайте цветом уже прорисовывать. Примерно как-то так она у нас будет идти. Потом уже во время работы будем корректировать рисунок. Так, мы начнем с фона. Фон обязательно сделаем. Он у нас такой, в принципе, равномерно зеленый. Но я хочу добавить там разные оттенки, потому что чисто зеленый фон будет скучновато смотреться. Ну, на мой взгляд, если вы хотите просто зеленый сделать, однотонный, да, сделайте. Я сделаю разные цвета, разные оттенки добавлю. Вот, так что давайте начнем. Значит, я сегодня буду пользоваться разной пастелью. У меня стартовый набор пастели Рембрандт. Хорошая пастель. Она качественная, в принципе, для новичков тоже подойдет. Вот, и вот с нее я и начну. Давайте начнем фон покрывать, да. Значит, как я работаю, что касается фона. Я кладу мелок ребром, вот так вот. Ни в коем случае там не линиями рисуем, ничего, да, а ребром кладем мелочек. И берем и прям вот крупными мазками накладываем на цвет. Пока один цвет накладываем. То есть я взяла зеленый, да, приближенный оттенок к нашему фону на референсе, да, и накладываем пока что один цвет. Накладываем так вот прям мазками. На цветок можно заходить немножечко,
Не бойтесь, что вы там зашли, это потом все исправляется, потому что когда мы начнем прорисовывать сам цветок, да, мышку, это все исправится и все будет в порядке. Так, накладываем. Можно пока что вот до этого уровня сделать возле цветка. Остальное уже чуть попозже сделаем. Вот положили, пока не растушевываем, да, просто положили один цвет. Теперь можно растушевать, либо положить какие-то другие оттенки зеленого. Вот мне хочется положить какие-то, ну, может быть, другие какие-то, потемнее что-то добавить. К углам можно утемнить немножко. В углах. Просто сейчас пока что набираем цвет, как я говорю, набираем цвет. Разные цветовые оттенки, разные мазочки, а потом будем растирать, растушевывать. Набрали. Теперь попробуем растушевать. Круговыми движениями аккуратненько растушевываем нашу пастель, да, вот эти вот всякие разные мазочки, которые мы нанесли на бумагу. Мы как бы втираем, да, в бумагу пастель. Цветок я возле цветка тоже растушевываю, да, но захожу на цветок, и это ничего страшного. Вот это пока не покрываем, да, цветом, потому что мы будем класть руку. Пока что я думаю, что не стоит. Сейчас посмотрим. Можно, конечно, использовать лист бумаги, чтобы не смазывать рисунок. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Ну вот, вот таким вот образом, да, у нас получился равномерный цвет. Можно сейчас добавить еще каких-то оттенков, да? Здесь вот можно закрыть возле хвостика. И, в принципе, возле стебля тоже давайте закроем. Лишнюю пыль, которая образовывается, да, она всегда образовывается после того, как наносишь, да, мелок крошится, образовывается пыль, можно сдувать, либо аккуратненько переворачивать лист бумаги и смахивать его, ну, как бы, да, стряхивать. Так. Все прекрасно видно, да, я надеюсь. Теперь можно добавить какой-то другой оттенок зеленого. Сейчас мы добавим. Какой-нибудь можно потемнее взять. Хочется разнообразить немножко фон, потому что он такой однотонный, но да, такой.
ярко-зеленый, насыщенный, прям такой, почти салатовый какой-то. Поэтому разнообразим, добавим какие-то другие оттенки зеленого. Так, на хвост я вообще залезла, но это ничего страшного. Потом мы все прорисуем карандашами. Много у нас будет работать карандаши, когда будем прорисовывать цветок и мышку, потому что там много мелких деталей. Ну, пока что фон. Фон, в принципе, рисуется быстро. На него много времени не тратится обычно, ну, смотря еще какой фон. Если там сложные какие-то цветовые пятна, то, конечно, да, нужно передать. Да, я попытаюсь сохранить. Добрый вечер. Да, сохранить эфир. И вообще я хочу сохранить его, чтобы потом выставить на YouTube, чтобы он был в свободном доступе, чтобы вы в любое время смогли порисовать. Но опять же, я ничего не ручаюсь за технику, да, за Инстаграм, как он там сохранит, но я надеюсь, что все будет хорошо. По крайней мере, у меня такое намерение есть сохранить. Так, ну вот так вот. Вот такой равномерный, в принципе, фон получился, да, у нас. Я не знаю, что еще можно утенить по краям, ну а так мне уже нравится. Какие-то зеленые вот такие вот оттеночки можно еще добавить. И будем переходить к мышке и цветку, тюльпану, да? Там по краям вот так вот можно как виньетку сделать, да? Как на фотографиях. Чуть-чуть утемнить. Немножечко совсем. Так, и с этой стороны тоже аккуратно растушевываем. Вот таким образом. Ну, я думаю, что можно переходить уже к цветку и мышке. Немножко можно еще добавить цвета. Чуть-чуть добавим. Буквально немножко вот такого вот зелено-желтого. Вот таким образом. Все, я думаю, что можно переходить к цветку. Сначала мы прорисовываем цветок, а потом уже мышку. Так, сегодня кто рисует со мной, я надеюсь, вы успеваете. Фон, в принципе, несложный у нас. Все. Можно переходить к мышке. Сейчас я протру руки. Вы про это тоже не забывайте. Влажными салфетками протирать руки от пастели, потому что, чтобы у нас не получалась грязь на рисунке. Влажные салфетки обязательно должны быть под рукой.
Так. Все, сейчас будем пририсовывать цветок. Начнем сверху. Значит, лепестки у нас такого фиолетового, да, розового какого-то цвета. Сколько можно наслоений делать, вообще в зависимости от бумаги, сколько она держит слоев пастели. Бумага бывает разная. Есть и дорогая бумага для пастели, да, есть и более дешевая. Вот. Поэтому, если у вас какая-то дешевая бумага, то она может и 2, и 3 слоя не держать. Вот. Если хорошая бумага, качественная, то она и, в принципе, до 8 слоев держит пастели. Поэтому это все индивидуально. Вот. Что касается этой бумаги, она, в принципе, выдерживает где-то слоев 5-6 точно. Можно накладывать, не боясь. Так, ну что, начнем. Я сейчас возьму кальку, чтобы не смазывать наш фон. И начнем прорисовывать цветок. Значит, начнем с верхних лепестков. Сначала кладем один цвет, потом уже будем разбивать на тень и свет. Таким одним фиолетовым закрываем. У меня это карандаш Derwent. Обратите внимание, как я накладываю, да, цвет. То есть я, не отрывая карандаш, круговыми движениями аккуратненько закрываю одним цветом, да, пока что один лепесток. Теперь можно рядышком прорисовать сразу второй, где он у нас в тени идет, этим же цветом. И сейчас мы разобьем на свет и тень лепестки. Закрыли. Так, бумагу. Я посоветую вам консон взять. Обычно для пастели консон есть бумага. Вот. Она, в принципе, легко доступная по цене. Она недорогая. И по качеству она хорошая. Один лист стоит около 100 рублей в интернет-магазине. Нужно точно посмотреть. Вот, и она качественно хорошая, на нее хорошо ложится пастель. Поэтому вот консон поищите для пастели. Очень хорошая бумага. Есть пастельмат, я на пастельмате рисую, но пастельмат это не для новичков. Один лист пастельмата в наших магазинах, интернет-магазинах стоит около 800 рублей. Один лист, ну там почти А1 формат, вот, ну чуть меньше А1 формата, но он классный, конечно, пастельмат, он, но он уже для профессионалов, я не советую новичкам его, на нем нужно учиться рисовать, вот. А для вас подойдет консон, посмотрите консон для пастели, есть тач, он такой более фактурный, так скажем. Вот, не тач, то есть обычный консон для пастели. Так, теперь разбиваем по цвету. Берем какой-то, можно вот розоватый добавить. Да, здесь вот у нас на этом лепестке такой розовый оттенок. Сейчас пока что будет плоховато видно, да, вам, что я делаю, наверное, но по частям. Вот прям как я делаю, так и повторяйте. То есть с тех мест, да, с каких я начинаю. Сейчас начинаем с одного лепестка рисовать. Значит, рисуем с этого, потому что пол рисунка у меня сейчас закрыта бумагой, чтобы не смазывался фон. Поэтому начинаем сверху.
Так, и белым карандашом сейчас добавляем свет. И чуть вот сюда вот можно добавить светло такой. Немножко как высветлить его. Даже беленький карандаш можно взять, пастельный. И немножко высветлить. Чуть-чуть. Прям сверху высветляем вот так вот карандашиком. То есть у нас смешиваются цвета и получаются разные оттенки, да? Знаете, говорят и так, и так, и кэнсон говорят, и консон. Но вообще в основном говорят консон, поэтому я говорю консон. В принципе, наверное, без разницы как-то. Пастелисты говорят консон в основном. Плотность. Плотность. Так, сейчас я смотрю, что там про плотность. Нет, не обязательно плотность. Там по плотности особо она не отличается. Консон, ми, тен, ми. И там вот на Т слово еще. Вот я название точно не помню. Вот, она, по-моему, по плотности не отличается. Обычная бумага на консон для пастели. Смотрите в интернете. Так, вот здесь вот высветляем. И можно сразу прожилки добавить темные. Здесь вот у нас темненькие прожилки идут. Вот цветочку, если приблизить, да, референс. Вот можно прям их сразу добавить. Мы сейчас, получается, прорисовываем каждый лепесточек. И немножко можно подтереть, растушевать пальцем. Чуть-чуть, вот так вот. Так, в данный момент у меня телефон на штативе лежит. Здесь достаточно такая сложная у меня конструкция. Не все так просто. Так, вот. Один, значит, листик прорисовали. Теперь можно вот этот прорисовать. Смотрите, мы возьмем какой-то такой розоватый, да, оттенок. Можно даже вот такой взять. И закрываем полностью вот этот лепесток. Так, лишнюю пыль убираем. Закрыли одним цветом. И прорисовываем сейчас цвет-тень, да, сразу белым карандашом можно пририсовать светлые участки. Прям поверх этого цвета, да. А вот здесь вот такая неровность у цветка, сразу пририсовываем ее. Так, как я рисую на наждачке, да? На наждачке я отношусь хорошо, но сама я такую технику не особо люблю в плане, ну, не рисую просто на наждачке. Но у меня наждачка есть. Мои ученики рисуют, я показываю на наждачке, провожу мастер-классы, мы рисуем на наждачке. А с строительного магазина обычного
Да. Вот, поэтому и, в принципе, этой техники имеет место быть. Кто-то любит, у кого-то даже лучше получается на наждачке, чем на простой пастельной бумаге. Да, я сохраню эфир, постараюсь сохранить. Так, ну вот здесь вот, значит, я прорисовываю. Вот мы прорисовали, да, свет. Вот даже можно какие-то такие линии сделать сразу от цветочка. Так вот, потому что здесь какие светлые линии у него. И вот можно как-то так прорисовать. А вот здесь, наоборот, утемнить. Вот мне хочется утемнить еще вот здесь вот. Чуть-чуть. Как бы в тень увести. Еще вот здесь вот высветляю по краям. Так, и вот здесь вот можно добавить немножко как в тень увести вот здесь вот, потому что он у нас загибается лепесток, да, и вот здесь вот образуется тень. Чуть-чуть, да, тень дать. И вот здесь вот можно добавить какого-то такого коричневого немножко оттенка. Чуть-чуть. Так, рядом рисуем сразу лепесток. Вот здесь тень пойдет. Добрый вечер. Присоединяйтесь к нам рисовать. Высветляем и добавляем сиренево-фиолетовый. Добавляем немножко белого. Вот сюда вот я бы добавила какого-то еще красного оттенка. Хочется мне такой, как бордовый, что ли, добавить. Более поярче сделать. Понасыщенней. Немножко как цвет, да, такой немножко бордовый. Сюда тоже в тень хочется добавить. Так, я закончила художественную школу, художественный университет, 6 лет обучения было. Ну, в принципе, профессиональный художник, да. Вот. Пастелью рисую больше 10 лет уже. Так, продолжаем, да? Вот этот теперь лепесток прорисуем. Можно, опять же, вот этим цветом сейчас закрыть. Одним цветом пока закрываем. Возле мышки прямо так вот, да, ее как бы, на нее можно даже немножко зайти. Так, и вот здесь у нас получается примерно он будет. Потому что фон, когда я рисовала, я немножко зашла на цветок. Сейчас рисунок не совсем видно, поэтому мы внимательно сейчас отслеживаем эти моменты.
где он у нас начинается, да, возле мышки. Спасибо. Так, пока цветом одним закрыли, да. Так, вот здесь вот хочется мне еще добавить тени. Даже можно какой-то темный взять карандаш. Немножко сделать тени. Потом уже детальки какие-то такие, да, отдельные будем прорисовывать. Так, сколько карандашей нужно в дополнение к пастели? Карандашей много не бывает. Чем больше, тем лучше. У меня, сейчас скажу, у меня 6 наборов карандашей, больших наборов, я имею в виду. Вот. Поэтому. Да-да-да. И пастели много не бывает. Поэтому, если есть возможность карандаши покупать, пастель, берите, чем больше, тем лучше. И разных оттенков. Так, теперь разбиваем по свету, да, и тени. Значит, добавляем такой какой-то оттенок. Мы рисуем, а что вы рисуете? Мы рисуем мышку в цветке, в тюльпане. Сейчас у нас постепенно будет уже вырисовываться рисунок. Будет более понятно. Немножко притушевать можно. Так, и вот здесь вот мы сейчас высветлим немножко. Возьмем прям беленький и высветляем. И цвет, да, мешаются, цвета разные, и получаются разные у нас оттенки. Также я бы добавила какой-то бордовый сюда. Добавляю бордовый оттенок. Сильно не давлю на карандаш, тихонечко, круговыми движениями добавляю разные оттенки поверх. Так, белый карандаш. Самый белый карандаш, самый лучший вообще для прорисовки шерсти, да, у животных. Для прорисовки вообще мелких деталей. Это угольный карандаш Generals. Вот он у меня. Уже сточенный, конечно, прям сильно. Но у меня там еще один новый лежит, и еще один сточенный есть. И еще, по-моему, такой вот маленький. Вот, улетают эти карандаши со страшной силой, но они крутые. Они прям такие очень классные. Угольный карандаш, самый белый из всех пастельных карандашей. Так, вот здесь вот можно немножечко растушевать, да, чтобы у нас оттенки разные были. Поэтому, если у вас получится найти такой карандаш, он в интернет-магазинах, в принципе, продается. Обязательно возьмите. Так.
Вот здесь вот мне хочется добавить темного. Немножко попал пылинка. Так, и добавляем светлые оттенки, даже можно белым пастельным карандашом. А здесь добавить эти прожилки от цветка, сделать пару этих линий, да. Да, я буду сохранять эфир. Постараюсь сохранить. И на YouTube тоже в открытый доступ, чтобы вы порисовали в любое для вас удобное время. Так, и вот так вот как притушевать немножко пальцами. Здесь можно добавить темного. И что мы еще добавляем? Мы добавляем свет на вот этом лепестке. Рисуем сразу вот так вот аккуратно свет. Вот это вот я бы еще высветлила. Вот эти две, пару линий, да, здесь. Можно еще высветлить, в принципе, их как-то вот таким образом. А вот здесь, вот возле мышки, в принципе, можно еще и тень добавить коричневым карандашом. Так, и вот здесь возле белого тоже темная линия такая идет. Вот можно ее тоже нарисовать. Я рисую в скетчбуке от Max Goods. Скетчбук специально для пастели. Так, хорошо, у нас движется работа постепенно, да? Можно какой-нибудь такой портовый еще вот сюда добавить. Так. Здесь где я бы еще розового добавила немножко. Потом мы смотрим уже на работу, да, когда хочется уже еще что-то там добавить, мы добавляем. Не обязательно прям, что закончили и все. У меня всегда так. Вроде как закончила лепесток, например, да, потом в процессе еще там хочется еще что-то добавить, и я добавляю. Так. Теперь давайте перейдем вот на вот этот лепесточек. Закроем его розовым цветом полностью. Добрый вечер. Так, закрыли, да? И теперь добавляем разные оттенки, да, как мы вот эти вот рисовали лепестки. В принципе, процесс, да, он один и тот же в этом плане.
сначала одним цветом, да, но это как я работаю. А потом уже сверху добавляем разные оттенки, разные цвета, и получается смешиваются цвета, и получаются разные оттенки. Так, теперь можно здесь добавить сверху розового, хоть сиреневый, фиолетовый. Это ближе к сиреневому, да. Так, и белым карандашом высветляем немножко вот здесь по краям, добавляем белого. Добавляем тень. Вот здесь вот он заворачивается у нас, лепесток, поэтому здесь у нас будет тень. Бордовым каким-то таким оттенком можно добавить. Вот. И вот здесь, да, у нас заворачивается. Обязательно этот момент прорисуем. Так. Как-то вот так вот он даже идет, да, сюда. И белого можно сейчас вот прям белым свет добавить. Здесь вот взять и добавить света. Можете мелками делать. Почему нельзя? Мелками будет просто более сложно. Мелками мелкие детали не прорисуешь так вот прям аккуратно. Ну, будет проблематично это просто сделать, и карандашами более удобно мелкие детали прорисовывать. Они же тоненькие, их затачивать нужно постоянно. Вот. А мелкие нет, мелкие очень сложно мелками прорисовать, но можно. Я, например, раньше, несколько лет назад, у меня не было вообще пастельных карандашей. Я рисовала только мелками. Вот можно посмотреть, если вам интересно. В мой профиль зайдите, там одни из первых работ моих внизу. Мне там, я, в принципе, в Инстаграме недолго. Вот, и там вот, если мой профиль пролистать, да, вниз, то можно посмотреть работы. Там работы вообще без пастельных карандашей. В принципе, я как-то справлялась и даже, не знаю, думала, что и без них обойдусь. А потом попробовала и поняла, что ой, намного удобней какие-то мелкие детали прорисовывать ими. Здравствуйте. Нет, это пастельные карандаши. Так. Вот здесь вот по краям у нас темная такая окантовочка. Вот можно ее сразу прорисовать. Вот так вот как-то. Так, давайте теперь переключимся на вот этот лепесток, пока его прорисуем. Точно так же мы закрываем одним цветом. Можно вот таким закрыть, в принципе. Форму старайтесь не потерять цветка, да. Сразу прорисовывайте пастельным карандашом форму и закрывайте цветом. Thank you.
Остальные карандаши, они довольно быстро стачиваются, поэтому не забывайте точить их, да, потому что они должны быть остро наточены для того, чтобы удобно было пририсовывать мелкие детали. Так, растушевать пальцем надо. И теперь добавляем разные оттенки. Да? Более светлый можно добавить какой-то, потом розовый сверху. Так, прямой эфир продолжается. Сейчас, секундочку. Я тут... Секундочку, подождите. Да, от темного к светлому работаем. Ну, по крайней мере, я так работаю. Так, карандашами, красками, либо маркерами проще рисовать. Ну, я могу сказать, что любой материал имеет какие-то свои сложности, да, и даже так однозначно я не могу сказать, какой материал проще, потому что в каждом материале есть свои нюансы. Что маркеры взять, да, что акварель, масло, пастель. Каждому материалу нужно учиться. Вот, поэтому однозначно я не могу вам сказать. Нужно пробовать разными материалами. Попробуйте. Посмотрите, что вам больше понравится для вас. Именно материал должен подойти именно вам. То есть, да, у каждого человека свои предпочтения. Вот, и, ну, вот, например, я нашла свой материал вот так вот. Я пробовала, рисовала разными материалами, и потом поняла, что без пастели я не могу жить. Я люблю этот материал, обожаю. Вот, поэтому мой вам совет — попробуйте разными материалами порисовать. А потом вы сами почувствуете, какой именно ваш материал. И будете уже более углубляться в изучении этого материала, да, учиться. Но только тогда, когда вам именно понравится рисовать. Так, и теперь высветляем сверху. Высветляем, даем какой-то такой свет, да, нашему цветку. Вот здесь можно тоже свет добавить. А потом можно будет прожилочки прорисовать. Здесь вот, если приблизить референс, есть такие тонкие-тонкие линии. И вот можно их потом прорисовать будет. Привет. Так. Так, продолжаем, да? Сейчас у нас закончим. Продолжаем рисовать. Час закончен у нас. Продолжаем наш рисунок. Так.
Так, вот это вот здесь вот как сгибается цветочек немножко у нас, поэтому мы этот сгиб прорисовываем. Можно немножко даже как-то вот так вот сделать. Добрый вечер всем. Второй час мы уже, да? Начался второй час рисования. Потихонечку, да, движемся. И приближаемся к мышке. Добавляем розового вот сюда еще. Можно растушевать аккуратненько. Здесь вот я бы тоже высветлила немножко. Белым карандашом чуть-чуть можно высветлить. И обратите внимание, что на цветке есть какие-то точечки, да, беленькие. Вот можно их сразу прям взять и прорисовать. Прям можно, да, вот так вот аккуратненько взять и вот эти детали какие-то сразу прорисовывать. Так. Привет, привет, Ириш. Так, теперь можно перейти вот к этому лепестку. Потом уже добавим другие разные, да, детальки. Мелкие уже какие-то, если захочется нам добавить, мы добавим. Сейчас пока что давайте перейдем к другому лепестку. Вот к этому. Так, точно так же, да, как мы и работали. Закрываем одним цветом. Где он вообще у меня? Вот он. Сейчас я его даже заточу немножко. Затопился. Хочется заточить мне. Вот так, вот так. И продолжаем. Закрываем, значит, вот так вот полностью. Наш лепесток. Можно немножечко растушевать и добавляем другие оттенки. Спасибо большое.
Так, добавляем. Здравствуйте, добрый вечер всем, кто присоединяется к нам. Мы сегодня рисуем пастелью. Так, добавляем розовый. Вот сюда даже можно добавить немножко розового, тоже, вернее, бордового. Чуть-чуть добавим, так вот. Так, и вот сюда бордового тоже. Немножко хочется мне добавить. Ну все, берем белый пастельный карандаш и начинаем высветлять. Также не забываем про темные линии, которые у нас вот здесь вот присутствуют, да? Сразу можно их как-то прорисовать. Как-то так. Так, и белым карандашом начинаем высветлять. Аккуратно, сильно не давите. Здесь чуть-чуть. И вот тут тоже у нас пойдет такой светлый оттенок. Здесь как заворачивается, он как будто бы, да? Да, прям нужно высветлить этот момент. Можно как-то прожилочки уже постепенно прорисовывать. Как-то так. И вот даже просто можно вот здесь вот тоже темненькие взять, прорисовать. Как-то так. И вот здесь тоже сейчас сразу начинаем добавлять тень, где вот хочется нам добавить еще. Здесь вот хочется мне линию какую-то темную сделать. В общем, сейчас прорисовываем уже деталики. Точечки, какие-то линии, да. Начинаем уже прорисовывать. К завершению идем цветка. Здесь вот бы я еще добавила светлого. Тоже какие-то такие прожилочки можно добавить.
И вот здесь тоже можно вот как-то темным таким сделать, темным фиолетовым. Тоже какие-то прожилки нарисовать, тихонечко линии. Потому что если обратить внимание, да, рассмотреть цветок, то он имеет такую определенную фактуру, тюльпан. Поэтому мы попытаемся, да, прорисовать. Здесь вот можно добавить светлых линий. Как-то так. Так, и вот здесь вот я немножко смазала чуть-чуть фон. Закроем сейчас это. Проглядела этот момент. Смазала немножко фон, но ничего страшного. Это все поправимо. Старайтесь следить за тем, чтобы бумажка, да, ну, в данном случае калька, вы можете взять бумагу какую-нибудь под руку подложить, чтобы она не съезжала. Следите за этим. Что нам еще хочется? Ну вот добавляем, да, какие-то пятнышки. И все. Сейчас будем переходить уже к мышке. В принципе, можно будет прорисовать через стебель от цветка. И потом переходить к мышке. Вот здесь линии добавляю, да, таких вот бордовых, каких-то таких хочется мне добавить. Вот, и вот здесь вот я тоже хочу немножко утемнить, можно утемнить чуть-чуть с краю. Так. Ой, мне тоже хочется уже мышки. Ну, цветочек тоже нужно, да, закончить. Здесь тоже можно прорисовать темные какие-то прожилочки, сделать цветочка вот так вот. Взять линии вот так вот, линиями прям аккуратно-аккуратно прорисовать как-то вот таким образом. Все, и добавляем еще, мне хочется точечек белых добавить. Здесь можно сделать, здесь вот, вот добавляем, да, каких-то таких моментов. Они всегда придают работе такую реалистичную, да, проработку. Когда добавляешь детали таких мелких, точечки, какой-то фактуры, да.
Обязательно потом вот более благородно смотрится работа, более проработана. Так, вот здесь у нас хвостик пойдет. Ну что, пока, я думаю, можно перейти на стебель. А там уже, может быть, что-то увидим, да, что хочется добавить. Так, стебель давайте прорисуем. Стебель такой у нас желтый, и его, в принципе, можно прорисовать. Сейчас посмотрим, даже мелком. Либо вот таким карандашом, либо вот здесь прям мелочек. И вот так вот. Пока уберу я кальку. Вот так вот прям одной линией, да, вот так вот введите вниз. Вот таким образом. И потом вот так вот одним движением притушиваете. В середине он в тени находится, поэтому мы добавим тень. Добрый вечер всем, кто присоединяется к нам. Так, можно добавить какой-нибудь такой зеленый, зеленым цветом сделать. Серединки взять и прорисовать. Можно даже еще и потемнее что-то взять, например, какой-нибудь темно-серый. Сейчас давайте я попробую вот эти. Да, в принципе, он тоже подойдет для тени. Так, и с обоих сторон прям свет такой, да, падает, поэтому тоже надо прорисовать. Рефлекс такой вот у стебля с одной и с другой стороны. Можно даже его куда-то вот сюда вот вывести, чтобы не сильно у нас согнутый не был. Вот сюда вот. Таким образом. И притушевать. Как я говорю, притушевать, да? Опять же, тень. Тень у нас еще есть вот здесь вот. Так, я хочу вот этот серый попробовать. Как он будет работать, в принципе. Пойдет такой не сильно темный, но тень эту надо сделать.
Ну, как там у вас успехи? Кто там рисует со мной? Получается у вас? Или потом будете рисовать уже? Хорошо, конечно, рисовать в прямых эфирах, когда вот можно что-то спросить, да, какой-то вопрос задать. Так, ну что, дорогие мои друзья. Так, здесь вот еще света мне хочется добавить. И переходим к мышке. Цветы, да, это непросто. Так, ну пока что давайте. Пока оставим так. Потом, если захочется, мы еще что-то добавим. Давайте перейдем к мышке теперь. Значит, мышка у нас пушистая такая, да? Сейчас я буду показывать вам, как я рисую шерсть. Так, точно так же. Давайте начнем с мордочки. Значит, я очень часто начинаю с прорисовки глаз. Поэтому давайте прорисуем ей глазки сразу же черным карандашом. Примерно где-то вот здесь у нас будут глазки. Наметим сначала, да, где у нас будут глаза у нее. Сейчас я чуть-чуть подточу карандаш, чтобы он более острый был. Что мышка у нас не сильно крупная. И глазки у нее не, ну, такие маленькие. Поэтому прорисовывать надо этот момент. Значит, рисуем глазки. Сразу можно сделать блик в глазках. Сразу же ставим, потому что там глазки маленькие и оттенки. Можно коричневый немножко добавить. Давайте блик сразу прорисуем. Вообще блик лучше ставить мелком, потому что карандаш не особо прям так высветляет этот момент. Так, законченную работу обрабатывать. Есть разные фиксативы, фиксаторы, да, для пастели, для пастельных работ. Но я не рекомендую вообще никакие использовать. Есть и зарубежные, да, фиксативы, более дорогие какие-то там разных таких известных фирм. Вот. Но по моему опыту даже такие фиксативы, они портят работу пастелью. То есть все равно цвета не становятся более блеклые после нанесения любого фиксатива. Я про это писала у себя в профиле. Если вам интересно, читайте, там вот именно пост про фиксативы, про фиксаторы. Мы в университете, когда я училась, вообще пользовались лаком для волос. Это что-то с чем-то просто. Не знаю, как мы не ценили свой труд тогда. В принципе, нам казалось, что это нормально, и вроде бы как и преподаватели нам говорили, что да, давайте, да, конечно, закрепится нормально. Вот.
И вот так вот портили работы свои. Поэтому мой совет, чтобы ваша работа сохранилась, вот, и потом не было никаких расстройств после использования фиксаторов, ничего не используйте, сразу под кальку. Я как храню? Я нарисовала, допустим, да, работу, и под кальку ее. Этот вообще скетчбук, он с калькой сразу. То есть подложка сразу. Я могу даже вам показать сейчас, как здесь обстоит дело. Допустим, работа, да, и вот она калька. Вот с калькой сразу калька закрывает. И вот так вот хранятся пастельные работы. Прекрасно хранятся. Такой скетчбук очень удобный, продуманный в этом плане. Если не скетчбук, если просто бумага, да, кальку отдельную положили, как-то ее закрепили скрепками там, или как-то там в папочку в какую-то положили, если у вас есть куда. И все. Вот. И либо второй вариант — сразу под стекло. Под стеклом прекрасно хранится пастель. И никакие фиксаторы, фиксативы не нужны. Вот. Ну что, продолжаем, да? Значит, прорисуем ей сейчас мордочку. Она у нас небольшая мышка, поэтому много времени не уйдет на нее. Я надеюсь на это, потому что прям ручаться не могу, сколько именно. Но сейчас вот попробуем быстренько ее прорисовать. Так, одним цветом, как и цветок, да, темно-коричневый. Я называю это подложка под шерсть. Первый слой темный какой-нибудь, можно даже взять темнее цвет. И вот так вот мы закрываем полностью. Можно даже полностью всю мышку закрыть темно-коричневым. Темно-коричневым закрываем. Сколько стоил скетчбук? 3,5, по-моему, тысячи. Что-то около 3 было. Но здесь достаточно много таких разных оттенков бумаги. И много листов. По-моему, около 30 штук листов. Точно не помню количество. Хороший скетчбук. Мне прямо нравится. Так, закрываем нашу мышку одним цветом пока что. Первый слой под шерсть. Начинаем сейчас прорисовывать более светлые оттенки. Сейчас я подточу немножко еще карандаши. Так, подточила. Нос у нее практически, вот я смотрю, практически не видно. Шерстью закрытой. Поэтому тут его и не видно, как. Чтобы его прорисовать. Он такой у нее светленький совсем. Так, я бы прорисовала сначала белую часть вот здесь, вот светленькую.
И вот здесь вот сверху тоже как-то вот можно прорисовать свет. Как-то вот таким вот образом. Потому что здесь у нас светлая прям, да, шерсть. И вот таким вот желтоватым карандашом, да, такой желто-коричневый оттенок. Можно вот прорисовать сверху маленькие шерстинки. Взять вот прям поверх темного. Мы прорисовываем вот так вот такими движениями. Маленькими штрихами такими, да. В разном направлении. Смотрим, как растет шерсть у мышки. И сверху начинаю вот так вот прям поверх темного. Тихонечко-тихонечко, постепенно закрывать более светлыми штрихами, да? Иногда растушевываю карандашом, пальцем уже не иногда растушевываю, иногда, если это уместно, я растушевываю пальцем карандаш. И вот прям какие-то вот такие вот отдельную шерсть, вот можно прям больше давить на карандаш, не бойтесь давить. Поначалу карандаши будут ломаться, нужно поймать вот этот баланс, да, насколько сильно давить, да, у каждого свой этот баланс, у каждого своя сила в пальцах, поэтому не бойтесь, да, экспериментировать в этом плане. Вот прям надавите на карандаш, не бойтесь, что он сломается один раз, попробуйте, потому что если тихонько, например, работать, да, то, ну, не так насыщенно будет, цвета не такие будут насыщенные. Поэтому пробуйте. Пока сейчас вот одним цветом мы, да, кладем опять же один цвет. Сейчас вот этим цветом мы закроем полностью всю мышку. Тоже вот такими штрихами в разном направлении. Смотрите на референс, как у мышки растет шерсть. Она не в одном направлении, но растет, да, в разном. Загибаются шерстинки. Вот, и постарайтесь. Ушко мы потом сверху прорисуем. Не бойтесь, что оно закрылось. Ушко потом мы будем прорисовывать. До конца, да, вот всю полностью мы закрываем вот этим цветом. Потом возьмем более светлый карандаш, прорисуем какие-то более светлые шерстинки, сделаем. И прям заходите на цветок. Для чего, да, мы прорисовали сначала цветок, для того, чтобы шерсть заходила на него уже. Прорисовка вот этой шерсти. А прям вот, потому что, да, вот если обратить внимание, опять же, на референс посмотреть, шерстка у нее торчит и заходит прям на цветок. И вот прям не бойтесь, вот заводите ее прям сюда, и будет так вот более реалистично смотреться. Вот в этом месте также прорисовываем. Вот сюда тоже заходит шерстка на лепесточки прям.
И вот какие-то отдельные шерстинки вот можно сейчас сделать более светлые. Сейчас я подточу еще карандаш, чтобы он был так вот прям остро заточенный. И вот берем прям и больше давим на карандаш и прорисовываем этим же цветом какие-то более, ну, более насыщенные, да, делаем линии. Возле мордочки можно вот так сделать тоже. Но сейчас мы будем еще другой цвет использовать обязательно. Так, теперь давайте прорисуем ушко, чтобы оно у нас было видно, да, где оно у нас есть. Сейчас подточу карандаш. Да, пастельные карандаши — это такое дело, что нужно постоянно затачивать. Они очень стачиваются быстро. Так, намечаем ушко. Примерно вот здесь вот у нас пойдет. Как-то так линия, да? Таким образом как-то. Ну и сразу вот можно этим же карандашом, такой светло-желтый оттенок у меня, прорисовать какие-то светлые шерстинки сделать. Сверху не забывайте, да, сверху вот здесь вот, на сверху мышки свет падает. Поэтому здесь вот будет посветлее шерсть. Высветляем, да, немножко вот здесь вот. Чуть-чуть высветлили, но он не сильно высветлит, поэтому еще белый нужно будет использовать карандаш. Вот тут можно тоже так вот завернуть шерстинки, что так вот они заворачиваться у нее здесь. Все, и сейчас возьмем белый карандаш и белым карандашом будем работать. Ну, вот так вот постепенно, видите, мы прорисовываем мышку. Давайте белый возьмем. И белым карандашом уже прорисуем финальные какие-то шерстинки сделаем, да? Во-первых, ушко мне хочется еще высветлить чуть-чуть.
Вот так вот прям. Только карандаш должен быть заточенный. Следите прям за этим, чтобы шерсть была прям тоненькая-тоненькая. Вот здесь сверху высветляем, прям берем, вот так вот, не бойтесь надавливать карандаш, давить прям на карандаш и высветляем шерсть. Да, я вас понимаю, долг матери. У меня у самой маленькая дочка, поэтому я вас очень хорошо понимаю. Спасибо. Ну вот, видите, светлым карандашом, белым вернее, уже прорисовываем какие-то отдельные шерстинки, добавляем, так скажем, глубину. Так, вот здесь вот глазик я бы еще так вот прорисовала, вот тут. Он, конечно, маленький, и у меня положение не очень удобное. Если я наклонюсь, то будет, загоражу рисунок. Но я постараюсь сейчас прорисовать вот здесь вот, вот эту вот линию. Так, и кое-где можно прям черным карандашом еще добавить, углубить какие-то моменты, да, потому что вот возле ушка темная прям есть у нее. Вот прям точно так же, как мы делали светлым карандашом, вот за ушком можно немножечко утемнить, то есть дать глубину, да, шерсти. Есть что-то как-то вот добавить тоже вот хочется мне. Вот здесь тоже темное. Вот прям не бойтесь, добавляйте. Так, вот здесь вот у нее тоже темные такие усы. Вот можно их сразу тоже прорисовать. И кое-где вот прям добавить какие-то шерстинки темные взять. Я черным карандашом это делаю. И прямо вот так вот кое-где добавляю. Скоро закончится еще один час, но мы уже движемся к завершению работы.
Останется нам пририсовать хвостик. И все, в принципе, работа готова. Так, я бы блик сделала мелком. Сейчас я найду какой-нибудь белый мелочек. Они все большие, они. Вот если попробовать мелком, мелок просто более дает. Более, ну, белый, чем карандаш. Как-то так. И вот здесь тоже можно белого добавить. Прям мелочком взять. И вот здесь вот тоже добавьте черного. Да, продаю картины. Пишу на заказ. И преподаю. Так, что мне еще хочется добавить? Мне хочется добавить каких-то шерстинок светленьких, более длинных. Каких-то вот таких вот. А у меня есть магазин на ярмарке мастеров. Также я есть в Инстаграме. А могу написать. Давайте напишу вам. Хотя в истории вот есть мой ник, в истории про прямой эфир. Давайте вот сейчас вот вам напишу. Черточка. Назь. Черточка. Вот такой вот ник у меня в Инстаграме. Заходите и смотрите, там у меня все работы, которые есть в наличии, есть, которые я могу сделать на заказ. Заходите, смотрите, у меня в Инстаграме в основном, конечно, там я выкладываю все свои работы. Ну и также на ярмарке мастеров. Опять я взяла черный карандаш. Я же белым. Значит, белым отдельные какие-то такие длинные шерстинки вот мне хочется добавить. Я училась в художественную школу, закончила. Художественный университет. Московский художественный университет. По профессии я дизайнер среды. Средовой дизайн. Но там очень много у нас было предметов именно по рисованию разных. Живопись, рисунок, композиция, макетирование. Да, ой, что только не было. Поэтому у меня высшее художественное образование. Так, и тоже какие-то усики. Вот хочется длинные сделать. Сейчас я подточу еще вот этот белый карандаш. Так, добавляем детали, да? И, в принципе, заканчиваем. И остается у нас, останется хвостик. Вот хочется
добавить детали. Конечно, можно. Можно. У меня есть примеры людей, которые начали рисовать уже достаточно поздно, например, или вообще рисовали всю жизнь, не заканчивая, ну, высшего образования, да, не получая. Поэтому есть примеры, которые художники, у которых нет образования и не зарабатывают этим. Вот. Главное ваше желание, главное практика. Я всегда говорю, главное практика. Даже если вы нигде не учились, но можно практиковаться, смотреть онлайн какие-то уроки, да, брать онлайн. Я за онлайн обучение. Я сама преподаю онлайн, и мои ученики онлайн добиваются хороших результатов с нуля. Вот. Можно так выучиться, и потом прекрасно зарабатывать. Опять же, если вы, ну, чему-то научитесь, да, у вас будет что покупать, так скажем, да. Вот здесь вот можно добавить еще тоже каких-то шерстинок. Добрый вечер всем, кто присоединяется. Глазик я еще подправлю немножко. И, ну и в принципе все, я думаю. Прорисовка достаточно неплохая у нас. Можно еще, конечно, вообще на реалистичную, да, прорисовку, именно чтобы реализм был, требуется очень много времени. То есть я вот, например, пишу картины реализм именно за несколько заходов, и это не 3 часа и не 2 часа, подольше. Вот, но за 2,5 часа, да, вот мы рисуем на 2 часа получается, да, 2 часа. Вот можно рисовать вот такую вот работу прекрасно. Так, где, как можно начать продавать картины? Ну вот на ярмарке мастеров я посоветую. Это, в принципе, такая неплохая площадка. Но постепенно заработать, нарабатывать до своих покупателей. Все-все постепенно. Вот начните с этого. Можно в Инстаграме пробовать тоже рекламу давать. Как-то участвовать в каких-то марафонах. Каких-то, в общем, движухах каких-то, да, участвовать, чтобы вас узнавали. И постепенно пиариться, говорить про то, что вы продаете, вы рисуете. Чтобы люди про вас узнавали. Так, а здесь вот у нее как немножечко лапка видна, что ли, непонятно. Что-то такое светлая какая-то часть. Какой-то мазочек мы положим, такой желтоватый. Но там непонятно, что это. Скорее всего, лапка. А на чем рисуется? Ну, смотря каким материалом вы рисуете. Каким материалом вы хотите рисовать или рисуете? Материалы-то разные бывают, и под каждый материал своя бумага, холст, например, или что-то еще. Чем вы рисуете? Чем вы хотите рисовать? Что вам нравится? Конечно, зависит, каким материалом вы рисуете.
Акварель или гуашь, акварельная бумага. Гуашь вообще на простой его можно на ватмане рисовать. Мы в университете на ватмане рисовали гуашь. Вот. Акварельная бумага продается. На акварельной бумаге рисовать акварелью. Пастелью, как сегодня я рисую, да, на пастельной бумаге, на специальной. На холсте маслом, акрилом на холсте рисуют. Так, ну все, я думаю, что я закончу пока с мышкой, потому что так можно пририсовывать бесконечно. Какие-то детальки добавлять, да? У меня всегда так вечно. Не могу оторваться. Давайте хвостик прорисуем ей. Так. Хвостик, хвостик. Значит, мы рисуем темную часть сначала. Он где-то отсюда он у нас пойдет. Он не совсем закрылся, поэтому мы заново сейчас будем его прорисовывать. Как-то так. И он заворачивается куда-то вот сюда вот наверх. Так, теперь прорисуем светлую часть рядом с темной, прорисовываем светлую. Карандаш у меня немножко сломался этот. Ну и в принципе мы движемся уже к завершению. Если у вас какие-то вопросы сейчас есть, задавайте пока что, пока я в эфире. По материалам, по онлайн-урокам, вообще в принципе по онлайн-обучению. Может быть, что-то вам интересно. Интересно заняться, да, пастелью. Изучить этот материал. Как определить? Ну, здесь каждый художник сам определяет цену. Еще один час закончился. Сейчас мы быстренько уже заканчиваем и все. Еще немножко времени у нас останется, да? Остается. Так, я отвечала на вопрос. Так, про цену, да? Про цену я отвечала. Ну вот, я же говорю, что каждый художник определяет цену сам. То есть, сколько вы времени потратили на картину? Сколько, да, сил потрачено, смотря какой рисунок. Ну, например, эта картина, опять же, да, там смотрите, да, сколько времени потрачено, какие материалы использовались. Но это все индивидуально. То есть, вот так вот невозможно сказать, сколько вот поставить цены, да. Все зависит от художника, от самого человека. Насколько он ценит свой труд, да, насколько у него, какой у него уровень у художника. То есть я, например, смотрю, какой уровень картин.
И от этого, мне кажется, зависит цена. Если уровень высокий, цена будет высокая. Если на какой-то начинающий художник, то я посоветую ставить невысокие поначалу цены. А потом уже, когда вы наработаете опыт, там уже тогда можно, конечно, поднимать цены. Поначалу я думаю, что высокие цены ставить не надо. Ну, опять же, смотрите, да, сколько затрачено было усилий, времени. Так, теперь прорисовываем здесь вот на хвостике такие маленькие прожилочки у нее. Давайте прорисуем. Так, ну я надеюсь, я ответила, да, на вопрос. Понятно вам. Вот такая вот мышка у нас сегодня родилась. За 2 часа, да? Вот здесь вот я хочу подправить фон, потому что вот здесь вот пыль упала от цветка фиолетовая. И поэтому мне не нравится, как она тут немножко загрязнилась. Поэтому я хочу добавить вот здесь зеленого. Так, ну сейчас вот уже прорабатываем окончательные детальки. И все, работа у нас, в принципе, готова. Если какие-то вопросы у вас есть, еще раз повторяюсь, да, пока я здесь в эфире, задавайте, я быстренько на них отвечу. По материалам, по онлайн-обучению, по картинам, что-то, если интересно, да, по пастели. Сюда вот я бы еще усы выбила. Тихонечко так вот. Так, и вот сюда вот хочется мне добавить зеленый мазочек такой сделать. Так, ну все, я думаю, что мы будем на этом заканчивать. Давайте я подпишу работу свою.
Обязательно подписывайте, не забывайте. Ну вот, вот такая работа у нас получилась. Мы сегодня рисовали с референса. Да. Вот такая вот мышка. Покажу. Такую мышку мы сегодня рисовали. Референс у меня в истории. Кто захочет порисовать потом в записи, обязательно порисуйте, потому что я постараюсь сохранить прямой эфир. И чтобы вы порисовали потом уже, ну, когда у вас будет свободное время, потому что я собираюсь прямой эфир, если получится, сохранить на YouTube. На YouTube будет прямой эфир, на YouTube Doodle & Sketch. Вот. Поэтому присоединяйтесь и сохраните обязательно, кто хочет, да, потом порисовать, сохраните референс. Он у меня в истории и, значит, в Doodle & Sketch в истории, в сторис было, было, сейчас в сторис находится. Вот. И в Doodle & Sketch был пост про прямой эфир, там тоже есть референс. Поэтому обязательно сохраняйте и рисуйте. Рисуйте поэтапно, и вот в итоге у вас получится вот такая замечательная мышка. Я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Я буду прощаться с вами. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Вот, мне было очень приятно с вами пообщаться, поотвечать на ваши вопросы. Если у вас вопросов сейчас нет, то тогда давайте заканчивать, да, прямой эфир. Вопросов нет. Пожалуйста. Хорошего вам вечера. Завтра начинается рабочая неделя, выходные позади, да, праздник, праздники позади, вот, но у нас такая вот весенняя картинка красивая получилась. Ну все, всем пока-пока, спокойной ночи, рисуйте записи обязательно со мной. Пока-пока.